Die nächste Wanderung startet für Estland. Nächste Stage representing Estonia. А сейчас еще одна эстонская фигуристка. Светлана Исакова появляется на льду. Да, две эстонские фигуристки выступают в этих соревнованиях. Лучший результат 31,12. Это, конечно, небольшой результат. Я думаю, что она при хорошем течении обстоятельств сегодня должна превысить его. Тулуп тройной есть, двойной тулуп есть. Очень уверенный первый прыжок был. Флип неплохо. Да, так она, в общем, знаете, очень спокойно подходит к прыжкам, но вместе с тем очень энергичный. 2,5 оборот аксель. А вот смотрите, а вот аксель, ну, не надо было расслабляться. Двойной аксель, неудача. Да, вот на такой музыкальной ноте она заканчивает свою короткую программу. Да, двойной аксель. Если был бы исполнен двойной аксель, я думаю, что она могла бы свой лучший сезон, результат 31-12. Я не уверен, что, конечно, это результат, потому что лучший результат у нее вообще, да, за все время 50 баллов и 66 сотых. Я думаю, что в сезоне лучше, это, конечно, не лучший результат. Но не думаю, что она без двойного акселя не наберет эти баллы. Я думаю, что она где-то за 35 должна набрать. 32-35, наверное. Ну, посмотрим. Посмотрим. Все решает судьи. Ну, прыжки, вы знаете, мне нравились ее прыжки. Очень такие уверенные прыжки. Каскад очень уверенно Светлана исполнила. Тренируется, родилась Светлана в Таллине. Живет и тренируется в Таллине. Начала заниматься фигурным катанием в 1990 году, там же в Таллине, в школе фигурного катания. Тренер Ирина Кононова. А вот хореографы Евгений Рукавицын и Ольга Глинка. Тренер по ФУП Анна Леванди. Анна Кондрашова, наша бывшая фигуристка, чемпионка Советского Союза, неоднократная. Лучший результат – 12 место первенства мира среди юниоров.
сезоне 2009-2010 год, 12 место. И в 2010-2011 году второе место национального чемпионата Эстонии. Семнадцать лет этой фигуристке. Да, а вот этот как раз тот неудачный двойной аксель. Ну что, смотрим за оценками, наблюдаем. Курс-программа 42.30, немного. Немного 42.30. 42.30. Это пятое место.